Ладно. Давай чернокнижников хуярим. Тупо до... вообще до шестого. Предмет образует связь на миндером среднем, двух урон несет... Ну или до четвертого хотя бы. Давай четыре чернокнижника. Сейчас, короче, все в этот бафнем. В хил. Попробуем в хил бафнуть все. Естественно, как только я произношу, что я буду качать магов, естественно, сразу их не дают. Сучки, как прям это. Как по написанному. Только свой рот открыл. Что будешь делать? Сразу хер. О, как раз. Как раз это мы и почекаем. Не, ну они, суки, нет. Чего они опять начинают? Так, человек безродный, да? Так, чернокнижник. Жапнул неплохо. Алло, а ты пипеву призывать-то будешь, нет? Он уже давно призвал, чувак. Как так-то? Бля, вообще никого не убили, ёпта масло. Блять. Сука, у него здоровье там пиздец было. Ясно, понятно. Хорошо. Хрен знает, я буду вот этого Аякса вообще ставить, чтобы убрать.
Так, отлично. Хоть что-то. Налаживается, так сказать. Мы ее пока потыкаем. Естественно, уже два двухзвездных. Ну-ну. Все как обычно. Доктор Албан. А, смотри-ка, нихуя. А кто это у меня такой крутой? А, Исчадие Тьмы, нихуя, что творит? Ничего себе, что ты творишь. Ты чё, алё? Пельмень. Ты сумасшедший, чешо. Ты шо, сумасшедший? Ну-ка, атака, если. Сука, он прям сразу этого убил, моего дядьку. Сразу прям Исчадие Тьмы замочил. Сучка знает, кого пиздить. А я его никак не закрою по-другому. Ну давай пока так. Чё он так хуярит-то? Это чё даёт? Да, двухзвездная пипега, конечно, решает, сука. Двухзвездная пипега. Мне маги нужны, по идее. Ничего брать не буду. Нужен маг еще один, в любом случае. Хотя бы один точно нужен. Хотя бы один точно нужен.
Так, Аякс. Хренакс. Чей его? А, вот, подожди, какой Аякс? Я бы мог его поменять, конечно, на это, но две звезды на одну менять что-то не, наверное. Как же вы не слаженно действуете там? Так, одной крови первородный. Так, давай одной крови возьмем на вот этого. Если что, получит. Так, Бивень, ну наконец-то ты качнулся. Найс. Может, ликантропа взять? Хотя нет, у меня же тут чернокнижник стоит. Не будем бабки тратить. Чади тьмы просто какой-то однозвездный, он 2500 пердолит. Больше, чем вообще вот эти все. Ты кто? Психозавр. Ты кто, псих? Нормально. Так, у меня тут по хилам, по идее, вообще все зашибись. Теперь мне надо что делать? Блин, ну конечно пипегу надо. Так, восьмым надо поставить. Кстати, было бы тролль неплохо. Воина можно надыбать. Тролль, воин. Ну, человек, не знаю. Боевой тролль было бы, кстати, вообще прям найс. Слардар. Не буду пока ничего делать, буду просто ждать. Пока ничего не буду делать. Не знаю, можно бабу попробовать поменять. В принципе, она как бы не особо. Как она вообще влияет своей манной этой? Просто хотя бы чекнуть разочек, посмотреть по урону. Давай посмотрим сейчас по урону.
Хватит рожать, слышь ты, блядь, рожалка. Хорош там рожать, блядь. Если вместо нее, она же ничего не бафает. Взять. Если вместо нее взять король песков, мне тоже не нужен. Джаггера, если взять, что будет? Ну-ка, давай попробуем. Если вместо нее Джаггера взять. Тут-то баф, потому что нормальный по хп идет. Сейчас посмотрим, сколько Джаггер напердолит. Гернаут немного, кстати, набил. Непонятно. Как это бабы полишал? Ну пусть пока будет. Пятого этого взять. Серьезно? Они жрут, конечно. А, ну у него урон 225. Урон 225. Да, там все проиграли опять. А к чему эти нейтральные вообще существа, я не понимаю. Мы пизды просто получаем и все. Так, первородные мне не нужны, неуловимые мне не нужны. Вы не получаете, когда стану... Когда владелец становится... Ну давай так. Ну, убейте этого дурачка, он же его хиляет. Ну, того дальнего убейте, он же его хиляет. А, да зачем вы в него-то? Он... Блядь. Как их научить стрелять в того, который вот, блядь, которого я вижу, что надо его? Сука, ну очевидно же, что надо этого хиллера убить. Хули вы толку в этого, блядь, всаживаете? Он жрет ваш урон, как этот. Просто тупо жрет урон ваш. Так, ладно, я бабищу убираю, но она вообще не в тему.
Да, сучоныш какой-то, посмотри. С медведями, блядь. Ладно. А, Джаггер-то мне зачем? Хотя пока. Ладно, следующим мы тогда выпустим... Мне даже выпускать-то некого. Так, ну где мой хил, я не вижу. Почему никто никого не хиляет? Алло, где мой хил? Чё началось? Слэш. А, ебать, у них опять там миллиард хп где-то набрал, блядь. Вы заебали. Ну, даже в курочку никого не превратил. Ну ты чё? Такой долгий там. Опять я тут со своим медведем, блядь. Ага. Хорошо. 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 Иди со своим медведем спать. Никогда не качал шаманов. Проклятые, обезмолвленные и оглушенные враги получают за получаемый урон. Здорово, Алекс. Интересное кино. Так, ну шаманов все равно нет. Вернее, этих чернокнижников. Точно время? 16.01. Ну, по интернетовскому. Ну, по Москве 16.01. Так, одной крови, когда у мага становится, когда у него... Так, давай в одну кровь запульнем. А в чате 17.01. Но у тебя по времени, может, другому стоит. Нет, у меня 16.02 стоит. У тебя по времени, наверное, по-другому стоит. О! Так вот. А ну-ка вот так вот пока сделаем. Отлично, хорошо, хорошо. Да, наверное, просто там что-нибудь сбилось где-нибудь. В принципе, не факт,
что это плохо. Так, а вот этого дядечку... этот дядечка уже мне не поможет. Так. Ладно, этого уберем, нахрен возьмем. Ясно. Так, ну прям все очень пока неплохо, если только сейчас мне фартанет чуть-чуть. Каким альянсом? А каким выпадет вначале, таким и пользуюсь. Я всегда по-разному. Всегда по-разному. Обычно я пользуюсь, что вначале вот выпадает. Вот здесь чернокнижники выпали, сейчас чернокнижников собираю. Все время стараюсь разными пользоваться. Ну, обычно, что вначале дают, то пытаешься как бы копить. Ну, как бы надо пользоваться бафами, которые вначале дают. Как бы вот от бафа играю. От первородного. От перводанного. Так, ничего опять мне пока не дают. Этого нету смысла. Ладно, пока ничего не будем делать. Надо качнуть 9 уровень и поставить на поле либо этого, либо Джаггера. Но скорее всего этого. По крайней мере, пока точно. Ну убейте этого-то. А этого? Во. А вот этого? Убей, 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 убей его. Во. Все, пипегу. Ну нахуй. Пипегу. Вали пипегу. Джаггер лучше будет? Ну, не факт, этот раздваивается. Этот раздваивается, и этот издали кидает. Он дольше проживет, чем Джаггер. Джаггер 600 урона, урон 67. А у этого больше намного. Сука, ничего не дают пока. Я, наверное, шамана уберу. Шамана уберу. Ладно, я следующим уже поставлю. Ну, он может не дожить до того, чтобы нанести. У него 12 секунд перезарядка, и у него 600 хп, его сожрут первым. Уже еще вперед побежит. Этот же гоблин еще и вперед побежит. А этот раздвоится и будет стоять кидать издали в одну цель по 80. То есть он 160 в секунду будет накидывать. Не-не, кстати, вот этот он офигенно накидывает. Этот дядечка офигенно накидывает. Сейчас мы вот так вот сделаем. Хотя Джаггер, конечно, бы дал бы мне баф по воинам. Сейчас посмотрим, сколько он накидает. А я акс вообще ноль. Не, ну тут же рандом все равно, видишь. Не, нормально, смотри, он 1600 накидал.
на третьем месте. Не-не-не, расколотый страж, нормально. Как это невозможно? Как это невозможно, когда возможно? Так, дикарей. У меня есть два дикаря. Давай мы кровотечение дадим им. Пусть будет баф двоим. Так, как сакс. Ну, давай купим макс. Хотя вряд ли я до трешки раскачаю. Что-то столько демонов. Никто не берет. Вряд ли я акса раскачаю. Ну, тут смотря как вкачаешься. Ну, тут у меня по хилам, видишь, очень много. Я очень много в хил вложил. У меня очень много вложено в хил. Уя, он меня сожрал. Ты кто, дядь? А, у него каждое будет существо. Прикинь, он уже качает сколько. У них урон, наверное, походу, пиздарики. У него еще убийц 9 штук. Еба. Да, чувак вкачал нормально. У него убийц, пиздец, урона, блядь. У меня не успевает хилять даже. У меня даже хилять не успевает, сколько он урона впердоливает. Да, у меня столько нету хила. Так, ладно, давай попробуем так. У меня столько хила нет. Нужно вызвать экзорциста. У меня столько хила нет, сколько они у него вваливают. Как он тут оказался, алё? Алё, чё началось-то? Слышь, вы чё тут... Понакачали опять там, блядь. Вот после этой фигни частенько перелом идет, когда кто-то вытаскивает какую-то фигню, кто-то бафается прям жестко. И пиздалики. Джиггернаут нихуя не сделал. Блин, ну мне нужно срочно... Мне надо срочно этого бафать. Ну давай, Джаггер второй будет. Что-то они там вытащили опять говноедов в какой-то там этот... Баф по альянсу. Да как они его так сжирают-то сразу, алё? Да вы заколебали, как вы это делаете? Чё вы опять все там вкачали? Что ты вытащил там? А, ну у него урон пиздец. У него, он эту хрень, походу, вытащил в самом начале, у него там урон сейчас пиздец какой. Да, вот этот чувак выиграет, скорее всего. Каждое выжившее существо, включая призванных, наносит противнику на один большой урон в случае ваш... Прикидываешь, он как уже качает их. Ну, хули я могу сделать? Мне не бафнуло. Мне не бафнуло. Ничего не могу сделать. Как они этого сжирают моментально, это пиздец какой-то. Сколько у меня хила, ничего не помогает.
Сколько хила у меня? А, вот, нормально. Этого победили. Кстати, победили чувака, который топ-1 сейчас идет. Сколько хила, а все в бестолку. Блин, нужен вот этот двухзвездный. О, алхимик двухзвездный, хорошо. Двухзвездный алхимик — это хорошо. Вот этих нереально побеждать, хотя я побеждал. Была у меня армия, которая вообще всех победила. У меня была армия, по-моему, у меня есть даже видос. Армия, которая побеждала все нейтральные существа, все вообще, до там вообще последнего какого-то дракона там. О, мы сейчас и этих еще победим. У меня была армия, которая победила вообще всех. Все проиграли, главное, один я выиграл. Но при этом я у них отсасываю. Как это работает? Я, кстати, не понимаю до сих пор. Так, все крепкие существа получают, когда владелец становится магией. Плюс, когда первый раз... Блядь, фу, нахуй. Ну, блядь, слишком долго читать. А, они владелец становятся невосприимчивым к магии. Вот, давай вот этого. А он сам купил, короче, что-то. Я, блин, не успел прочитать, что хотел взять. Да я, блин, пока читал. Слишком много написано было. Я же еще не... Я же очень в эту игру очень мало играл. Я ничего еще пока не изучил. Ну, давайте, пацаны, соберитесь, пиздите его. Давайте. Давай, давай, давай. О, я его забил. Я его забил, наконец-то. А? Что делает ап? Животворящий. Так, мне бы вот этого еще, кстати, апнуть было бы неплохо. Но пока что-то... Опа-на! Опа! Па-на, па-палечки, па-полечки, па-па. Ну чё? Давайте, пацаны. Мафия. Давай, собрался. Блядь, как вы заебали? Опс, нахуй выкинул. Давай, давай, братан, хуярь! Давай, на нахуй, на! Хорошо! Хорошо! Я должен мафию нормально нагнуть, да, на больше, чем на 10. Черный посох, ну блин, видишь, я не успел прочитать. Надо запоминать. Посох черного короля вот есть. Так вот, черный посох я и взял. Походу. Я походу черный посох-то и взял. А, так я его и взял. В итоге-то я его и взял. Хил все-таки решил в конце.
хилы все-таки зарешали. А чё мне надо? У меня все двухзвездные. А чё за некрофос? Что он делает? Бля, ну еще детьмы, конечно, запуливает яд того рот компот. Ну я, видишь, его и взял, получается. Так, а если что, вот этого дядьку на кого можно сменить будет? Нет, этого нельзя убирать, этого тоже нельзя убирать. А, если что, я вот этого уберу. Потому что этот-то явно посерьезнее, дедушка. О, не, ну этого не попиздить. Хотя я вот его бил. Я вот этого бил. Было дело. Но его, по-моему, надо физически бить. Так, замена стоит на одно... Когда владелец получает... На 4 секунды, ладно, давай. Вот, Джаггеру поставим. Хотя, зачем мне расколотый страж? Мне дед нужен. Хорошо. Хорошо. Дайте дедулю, я его поменяю на этого. Этот-то явно посерьезнее, дед. Блин, или дедулю... Нет, ну дедулю-то надо это. А этого можно на что-нибудь поменять, интересно? Не, не, тут никого нельзя выкидывать, тут все... А, блин, я проиграл. А, одно очко осталось, бля. А, у него два. Заебись. Ну чё, кто победит? Дайте деда. Дайте деда. Дедушку. Бля! А! Не дали. Ну ладно.
Но битва была серьезной. Еба, он тут трех звезд. У меня трех звезд вообще ни одной нет. У него три. Три трехзвездных. Свинку пиздите. Ебаш, это где там твое говно? Кидай, блядь, братан, кидай. Хиляйся, хиляйся, хиляйся. Эй. Давай, 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 давай. Все, победыч. Да, с одним баллом. На пиписочке вообще. Ебой. Хилы все-таки зарешали.